225 новых случаев коронавируса зарегистрировано в крае за минувшие сутки. Это на 9 меньше, чем накануне. В регионе в целом темпы распространения инфекции незначительны, но снижаются. В Красноярске картина не меняется. 79 новых пациентов за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 60 тысячам. Умерли за сутки 20 человек, сумели победить болезнь 200 пациентов.